Кавказские подснежники. С первыми лучами весеннего солнца в горах Северного Кавказа появились не только цветы из Красной книги. В Кировском районе Северной Осетии на прошлой неделе обнаружили схрон с оружием и боеприпасами. Все содержимое тайника исправно и готово к применению. Кстати, этот район богат на подобные находки. В начале апреля на окраине селения Эль-Хотова оперативники нашли другой взрывоопасный клад. 5 магнитных мин, 13 взрывателей, гранату F1, 400-граммовую тротиловую шашку и более сотни патронов. Эпицентр информации о событиях в странах СНГ на мультимедийном портале Мир24.ТВ. Программа «Союзники» выходит в эфир по понедельникам в 19:40. Не опаздывайте.